Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ага. Алло, урод, это ты? Ты думал, я по тебе скучаю? А вот хер тебе. Я стану лучше. Ты прикинь, мне 5 миллионов подписчиков. 5, блядь, ты кто, ёпты? А, я тебя знать не знаю. Зай, ты пьяна? Я за тебя волнуюсь. Я один бокальчик выпил. Я ему сказала, что он у меня второй. Серьезно? Когда у тебя последний раз было? А по мне не видно? Моя бедная девочка. Алкоголь закончился. Надо съездить. Ты же пьяная. Как ты сидишь за руль? У меня есть идея! Держись, блядь! Дорогая, привет! Все хорошо, мы вот только заселились на виллу с пацанами. Сейчас поедем на съемку. Все хорошо, никаких девчонок нет, не переживай даже, не думаем. Да это Олег. Олег, да харе прикалываться, на, ну моя звонит, успокойся. Все, люблю, целую, скучаю. Сейчас я вам покажу свою легкую тренировку в условиях карантина. Начну с 1000 повторений. Не судите, пожалуйста, строго, я всего лишь второй день занимаюсь. Так, я уже испекла кулебяку, приготовила борщ, узбекский плов, налепила 500 куличей, и сейчас записывайте рецептик основного блюда. Справится любая хозяйка, нужно всего лишь 5 часов свободного времени. Salut tout le monde, j'ai commencé à apprendre le français il y a 2 minutes et c'est très facile. Все те, кто не успел на предыдущий марафон, не расстраивайтесь, потому что я уже сделала новый 300-й марафон, и в нем вы научитесь, как зарабатывать на Инстаграм, даже не имея аккаунта в Инстаграм. 98 тысяч раз, 98 тысяч два. Вот такая картина у нас получилась вместе с детьми. Есть, конечно, небольшие неточности, но в целом нам так понравилось, я с третьего класса не рисовала. Так, а я чистила сегодня зубы или нет? Дань! Да? Скажи Диме, чтобы за хлебом сходил. А сама что не можешь? Я с ним не разговариваю. Везет же ему. Че? Пошел давай. Дим, там твоя кобра просила передать, что хлеб закончился. А, она обиделась, тебя не разговаривает. Схуй! А, это же Алла. Она постоянно обижается. Я ей путевку недавно подарил. Такая тоже обиделась. Северную Корею. А чё, отличная страна. Короче, передай. Чё? Я овца неуравновешенная. Скажи им, что он осёл с маленьким писюном. Чё ты ржёшь? Короче, передай, пусть вернёт платье за 300 баксов. Дай ему долинку. Пшёл! Чё? 30 тысяч, которые до свадьбы мне занимало? Да пусть подавится! А чё тут 25-то? Не знаю, столько передал. Вот жлоб недоделанный. Знаешь, что ему передай? А! Чё? Прости. Да! Да на чё охерела? А ну-ка пошли! Ты охерела? Меня бить два раза, ещё и по яйцам. Угу. Я вообще-то одну пощёчину передавала. А ты охренел мне 25 тысяч вместо 30 возвращать? Я вообще-то 30 тебе передал. Прислушаться к ощущениям. А если бы она была здесь рядом в жизни, я бы ее просто не запад. Тоже скучаю по тебе. Мне приятно, что ты об этом написал. Вот, я тебе желаю хорошего дня, пусть у тебя сегодня все получится. Я иду сейчас по делам. Сегодня хочу еще заехать в магазин и купить тебе подарок. Так что буду благодарна, если ты мне скинешь сумму, какую посчитаешь нужным на мою карточку. У меня долларовая карточка. Я тебе пришлю ее номер. И, пожалуйста, сообщи мне о своих планах, потому что я в субботу лечу в Дубай и очень хочу тебя там увидеть, потому что я уже скучаю. Привет! Я тебя очень сильно люблю. Можешь мне, пожалуйста... Ah!
Не надо мне ничего. Будешь чипсы? Хорошо в офисе, тихо, спокойно. Дома, конечно, без беруш не походишь. Спасает только громкая музыка и пофигизм. А на улице уже весна. Улитка на улитку лезет. Я называю это дружить домами. Нам, кстати, соседи тоже как-то такое предлагали. Но мы отказались. Лена, это правда, что среди детей всегда есть любимчик? Нет, конечно. Все любимые, самые любимые. Вот у меня самый любимый первенец. Он же мою маточку запустил, а теперь она работает как часы. Лена, а как ваш муж относится к тому, что у вас много детей? Ой, а я что-то его и не спрашивала даже никогда. Но как-то старшенький на лоб наклеил мне наклейку «Стоп, мам». Отлупила его сильно. Запомни, самое главное, если первое слово, которое скажет ребенок, будет «мама», то в жизни его ждет и успех, и счастье, и благополучие. А если «папа», то родишь себе другого, более благодарного ребенка. Дорогие друзья, всем приветики, ассаламу алейкум. Решили прогуляться по дикой местности. Змея есть? Да. Вот она, вот она, вот она одна, вот, вот. Вот она, вот видишь ее. Ты нормальный? Первый день карантина. Я накупил кучу пазлов. Один уже практически собрал. Я думаю, будет очень весело. 7-й день карантина. Я нашел баночку из-под анализов. Неиспользованную, естественно. Да, неиспользованную. Буду пытаться закинуть шар в баночку с расстояния. Говно! Или кто тебе сказал? Я. Бэйби, я тебе не врал. Я. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. Эту девочку старшеньки мне нравится. Балсах и резинки. Только не делите нас на половинки. Кайф ты поймала, тебе всегда мало. Ты не представляешь, как мне тебя не хватало. Море ванну налил и узнал о любви. Пропуск есть. Стой. Это было самое лучшее свидание в моей жизни. Честно, он меня так удивил. Я даже не ожидала. Вау, какая красивая девушка. Мужик странно к ней бежит. Стой. Главное правильно спланировать действия. Возьму вон ту палку. Перехвачу его до того, как он подбежит к ней. Встречу одним мощным ударом в живот. Затем нанесу контрольный, тем самым отправлю его в нокаут. В результате стану для нее героем, и она пойдет со мной. Здравствуйте, доктор. Моему мужу плохо, вы можете его принять? Так, хорошо, вы пойдете со мной, а вы пока посидите. Ну что, прячьтесь? Что? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду из класса. Доктор, что с моим мужем? У меня плохие новости, мы его потеряли. Как так? У него же просто каши. Ну, в медицине такое бывает. Вы что, придурки? Я... Oh, 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 oh,